Доброе утро, дорогие коллеги. Мы начинаем с вами нашу работу. Видно ли вам, слышно? Все ли у вас идет? Идет ли у вас видео? Идет ли у вас звук? Ага, все отлично, ура! Всем еще раз добрый день, хорошей работы, хорошего дня. И мы начинаем с вами, это первая наша с вами встреча в новом нашем рабочем году. Я поздравляю вас всех с началом этого нового интересного года. Надеюсь, что для нас, для всех он будет очень продуктивным, интересным и развивающим не только наших детей, но и нас самих. И, собственно говоря, вот для этой цели мы с вами сегодня и собрались. И наш сегодняшний с вами разговор посвящен, на мой взгляд, чрезвычайно важной, актуальной и очень серьезной именно вот в современный момент теме – это воспитание уважения, приобщение к труду ребенка дошкольного возраста в современных условиях. Меня зовут Елена Соловьева, я детский и возрастной психолог, кандидат педагогических наук, руководитель образовательной программы «Радуга». У меня очень большой опыт практической работы в качестве психолога-консультанта и в качестве руководителя инновационных образовательных программ в различных образовательных учреждениях и организациях. Я во время нашей с вами работы, я хорошо вижу чат, поэтому вы можете задавать мне любые вопросы, которые у вас есть прямо здесь, реагировать. Да, ура, Людмила, я тоже так считаю, реагировать на то, что здесь происходит. Пожалуйста, не стесняйтесь, спрашивайте сразу по ходу нашей работы. Итак, нужно сказать, что само по себе трудовое раньше в типовой программе, да, трудовое, о боже мой, это все не то, да, трудовое воспитание было важной частью типовой программы. И, но в 90-е годы, когда у нас пошло направление на гуманизацию, деидеологизацию дошкольного образования, безусловно, очень важный, нужный и правильный момент, также у нас произошло некоторое вымывание этого содержания. И сейчас в детских садах можно видеть две истории, две тенденции. Либо просто ничего не происходит на тему труда, либо педагоги пытаются использовать те формы, методы приема и содержания, которые существовали еще в другой стране, да, уже там 40 лет тому назад. И нужно сказать, что обе эти стратегии неэффективны. Поэтому наш разговор с вами сегодня, он очень важный и очень нужный. Я хочу сказать, что сейчас у нас с вами, я надеюсь, что вы уже являетесь активными участниками, многие из вас, а кто еще не является, может быть, сейчас узнают об этом и станете участниками. Именно в рамках вот этой темы издательство «Просвещение» организовало всероссийский фотофлешмоб под названием «Человек славен трудом». Это второй осенний и третий фотофлешмоб, который мы проводим с издательством. Первый флешмоб мы начали ровно год тому назад. Это был первый осенний флешмоб «Краски, моя прекрасная родина, краски осени». Второй мы провели весной «Моя прекрасная родина, краски весны». И здесь в презентациях и дальше у вас будут ссылки на альбомы социальной сети ВКонтакте, где можно посмотреть прекрасный материал, собранный вашими коллегами. Там около 1000 фотографий разных уголков нашей страны. И, в общем, такой очень замечательный, интересный проект. И в этом году мы решили вот тематизмы этих фотофлешмобов сделать связанными с образовательными областями, сделать их содержательными. И вот сейчас, в осенний период, мы взяли именно тему труда. Поэтому я буду рассказывать сейчас о том, и о том, что происходит у нас в фотофлешмобе, и приглашаю вас стать участниками. Завершается наш флешмоб 6 октября, и понятно, что будут призы, дипломы, победители, но самое главное, мне кажется, у нас у всех будет очень много интересного и полезного рабочего материала. Елена, вебинар у нас идет 2 часа до 13.
В это время вы имеете возможность скачать сертификаты участников и презентации. Сегодня я приготовила вам не только презентацию под нашу с вами текущую работу, но еще 5 презентаций в подарок. В частности, я попросила, чтобы загрузили презентацию по итогам предыдущего осеннего фотофлешмоба «Моя прекрасная родина краски осени», чтобы вы могли использовать это в вашей работе по социально-коммуникативному развитию детей. Там это 2 презентации про краски осени и консультации профессионального фотографа, которую она давала тоже по осеннему материалу. Для тех из вас, кто любит фотографировать, кому интересно фотографировать, я думаю, что и кто не был с нами в прошлом году, я надеюсь, что вам это будет интересно, полезно. Как минимум вы получите удовольствие просто от красивых и приятных фотографий. И также в поддержку сегодняшней темы у нас есть презентация, посвященная планированию конкретного образовательного цикла. Он называется «Праздник хлеба». Это то, что связано труд, который обеспечивает появление простой буханочки или батончика на нашем с вами столе, на столе у детей. Какое количество людей вкладывают свой труд, вкладывают свою энергию, вкладывают свой профессионализм, свою любовь к своему делу, в то, чтобы у нас вот этот кусочек хлебушка в качестве как бы дополнительной сейчас еды, у нас же хлеб сейчас не основная еда, это дополнительная еда, еще иногда обсуждают там степень его полезности и нужности, а очень долгое время для человека это была основная еда, которую он, собственно говоря, употреблял и которая поддерживала его жизнь. Вот презентация по этому большому, это большой образовательный цикл, он рассчитан на 3-4 недели. И в социальной сети ВКонтакте мы провели сейчас в сентябре короткий марафон на 7 дней, как раз вот по этому циклу. И вы в презентации найдете ссылку до конца сентября. Материалы этого марафона, они открыты в свободном доступе. Вы можете найти там эти материалы, можете еще успеть, кстати, присоединиться, тоже получить сертификат участников этого марафона образовательного. Для этого вы можете найти, он размещен либо по набрав в поисковой строке «Праздник хлеба», либо набрав в поисковой строке «Методическая мастерская». Там размещены анонсы, как бы вот материалы этого вебинара, этого марафона. Также презентация по фотофлешмобу «Человек славен трудом», она тоже здесь есть, и мы будем с вами к ней обращаться. Так что сегодня у нас с вами много материала дополнительного, который вы получите в поддержку. Да, вот, кстати, в группе, значит, в поддержку вообще нашей деятельности между вебинарами у нас существует 2 открытые группы социальные сети ВКонтакте. Одна группа – программа «Радуга», и вторая группа – «Методическая мастерская». Вот в группе «Методическая мастерская», если вы в поисковике наберете, называется полностью «Методическая мастерская Елены Соловьевой», если вы наберете просто «Методическая мастерская», то вы найдете ее быстро и легко. Я разместила уже там, в поддержку сегодняшнего вебинара, ссылки на материалы демонстрационные, наглядные для работы с детьми по профессиям. Там есть раскраски, там есть карточки, они по-разному оформлены, с большей долей юмора, с большей долей реализма. Там есть, например, куклы, наряды, профессиональные костюмы, вот для того, разрезные бумажные. То есть там много интересного. Поэтому заходите в группу, используйте эти материалы, если вам понравится, там оставайтесь с нами дальше, наши проекты и так далее. Все материалы вы можете скачать в разделе «Файлы». Ну, и еще я хотела сказать, что я являюсь научным руководителем программы «Радуга», и, конечно, я буду обращаться к материалам этой программы. Вы понимаете, что воспитание, та тема, о которой мы говорим, имеет отношение к разделу социально-коммуникативное развитие,
Но на сегодняшний день у нас нет отдельного методического пособия в комплекте ВМК по социально-коммуникативному развитию. И часть того материала, поэтому не весь материал вы вообще сейчас можете найти в методичках. Те из вас, кто покупал еще предыдущие книги, которые назывались «Планирование», работы там с возрастом 3-4, 4-5, 5-6, там весь материал этот есть, но именно в книжках по планированию. А часть материала и в презентации есть отсылки, есть в пособии Татьяны Ивановны Гризик по познавательному развитию. Часть – это буквально два или три момента. А там нет того, что касается, там, скажем, игры и так далее. Поэтому все, что я буду рассказывать вам сегодня, это ну, такой и материал, который есть в презентации. Она достаточно большая, там довольно много текста всегда. Я стараюсь одновременно подбирать для вас и картинки, которые вы сможете использовать в работе с детьми. Это не только вас порадует, мои дорогие, но чтобы вы порадовались еще потом, еще раз, уже по-другому, тому, что картинки, которые есть у вас в презентации, это ваш иллюстративный материал, который вы можете использовать в работе с детьми. Используйте, пожалуйста, потому что ну, это довольно большой труд, составление, подбор всего этого. Я надеюсь, что этот труд вы эффективно используете, и он сэкономит ваше время. Для меня это тоже очень важно, мне всегда хочется сэкономить и поберечь ваше время, которое вы тратите на подготовку к занятиям. Так вот, я, естественно, буду обращаться к материалам программы «Радуга», но я хочу сказать, что и этот, и вообще, в принципе, все наши вебинары мы проводим с издательством просвещения, и лично я провожу, для широкого круга пользователей, для людей, работающих по любым программам. По какой бы программе вы ни работали, вы можете это использовать в своей деятельности, встроить в это, найти этому правильное место применения, и я желаю вам получить от этого удовольствие. Поэтому пусть вас название «Радуга» никоим образом не смущает, только вдохновляет, и вы понимаете, что этот материал точно так же сделан для вас, как и для тех, кто работает по программе полностью. Здесь нет никакой такой жесткой связи с другими разделами, которые не позволяли бы вам получать нужный эффект и результат. Значит, мы говорим сегодня о области познавательного развития и, конечно, в очень большой степени социально-коммуникативное развитие. Я именно потому, собственно, и веду именно я этот вебинар, потому что для меня более всего здесь важен психологический аспект того, что происходит и для чего вообще ребенку важно и нужно иметь представление о труде взрослых. Еще раз скажу, что где-то 30 лет тому назад, 30, да, представление о труде взрослых у ребенка формировалось средой, так сказать, отовсюду. С экрана телевизора мы все время слышали про шахтеров, сталеваров, доярок, ну, как бы, вот предлагают, если вам, ну, я надеюсь, что сейчас администратор напишет. Да? Звук есть, картинки нет. Да-да-да. Сейчас нет видео у вас? Вас нет? Кого нет? Ага, все, спасибо. Спасибо большое администратору. Так. Итак, что-то труд. Что такое труд? Это целесообразное. Вот когда мы говорим о труде, нам важно понимать, что у труда всегда есть цель. Да, и первое, что я хотела зафиксировать для нас с вами, стартовая позиция, да, давайте мы вспомним, что согласно отечественной психологической теории, у человека, ну, в жизни человека существует несколько, всего лишь несколько основных типов деятельности.
Я думаю, что всех вас, ну, когда вы получали образование, вы имеете в этом представление. Это деятельность общения, деятельность познания, игра, учение и труд. Всего 5 видов человеческой деятельности. Общение, познание, игра, учение и труд. Дальше в отечественной психологии есть представление о ведущей деятельности для каждого возрастного периода. Это ведущая деятельность, это та деятельность, в которой в основном происходит социализация, становление, развитие личности человека, формирование, развитие его психических функций и как бы вот именно такая динамика развития. Как происходит смена ведущих деятельностей по возрастам? У младенца ведущей деятельностью является непосредственное ситуативно-личностное общение. Главное, то есть ребенок первое, что он осваивает, он начинает улыбаться, он начинает смеяться, он осваивает коммуникацию с окружающим миром. Ведущая деятельность – общение. А затем она сменяется очень активной деятельностью познания, а когда он начинает больше, может управлять своими руками, начинает ползать, начинает ходить, начинает активно двигаться. Следующей ведущей деятельностью у него является игра, мы это прекрасно с вами знаем, где-то с 2,5-3 лет весь дошкольный период. На самом деле он захватывает немножко и начальную школу, игра отнюдь не сразу отдает свои позиции, она еще как бы существует дальше, тоже в качестве очень важной деятельности ребенка. На пороге школы, на этапе подготовки к школе, предшкольного детства, игра постепенно отдает функции ведущей деятельности учению. И школьный период ведущей деятельности является учение. И мы на вебинарах, которые посвящены школьной зрелости и школьной готовности, много говорим, я очень как бы важно, мы анализируем, что такое деятельность учения. Это очень специфичная деятельность, единственная, которая направлена на изменение не чего-то во внешнем мире, а самого себя. Кстати, хочу сказать, что все абсолютно вебинары, которые мы проводим, издательство просвещения, выложены на YouTube-канале издательства, бесплатный открытый доступ. И если вы зайдете вот в раздел вебинаров, все их можно найти на сайте, на странице раздела «Дошкольное образование». Наверху в поисковике, если вы напишите мою фамилию Соловьева, то вы увидите все, потому что вебинаров проходит очень много, и это большой такой пул, в нем сложно искать. Если вы будете искать по фамилии, то вы легко найдете все вебинары, которые мы проводили раньше на эти темы. И действительно, я предлагаю вам использовать этот материал для проведения ваших педсоветов, консультаций, работы с родителями и так далее. Там очень много очень интересного. Мы постарались все образовательные области и психологию закрыть, и они все не повторяются. Поэтому посмотрите, обратите внимание для тех, кому это актуально. Зайдите на сайт и как бы поищите там это все. И деятельность учения сменяется трудовой деятельностью после того, как человек получает какое-то образование, и он переходит, и труд является ведущей деятельностью на протяжении всего взрослого периода очень-очень-очень долго. Второй момент, который я хочу зафиксировать в нашем с вами понимании, что смена ведущей деятельности не означает, что остальные не имеют значения. Они также остаются, они также важны на протяжении всей жизни человека. Ребенок учится, как бы вот осваивает коммуникацию в младенческом возрасте, потом общение становится ведущей деятельностью на какой-то период, кстати, подростничества, то есть оно здесь конкурирует с учением, и мы очень хорошо знаем эту проблему подросткового возраста, когда ребенку нужно активно учиться, там, сдавать экзамены, куда-то поступать, а на самом деле, да, весна на дворе стоит весна по имени Светлана, в голове совершенно все другое, ведущей становится деятельность, общение снова выходит на первый план, ну и дальше по жизни человека. Поэтому очень важно, чтобы ребенок освоил все эти виды деятельности, во всех этих видах чувствовал себя уверенно, комфортно и компетентно. Мы с вами уже сказали, что раньше, 30 лет тому назад,
представление о труде взрослых. Труд имеет как бы структуру, у него есть цель, есть средства и способы, есть результаты, оценка, либо продукты. Труд является продуктивной формой деятельности человека. То есть есть нечто, что поддается оценке, что поддается квалификации. Это очень важная история, потому что, например, деятельность общения не имеет таких критериев. Деятельность познания не имеет таких критериев. Хотя там тоже есть некоторый результат, но этот результат внутренний, самого человека, его ощущения, эмоции, его отношения. То есть это совершенно такие вещи. Игра. Нет результата вообще. Игра – это уникальная деятельность, которая... целью которой является сам процесс. И развитие происходит именно в процессе. Учение, результат – это направлен на самого человека. Труд – это единственная форма деятельности, продуктивная и результативная. Там, где можно, есть объективные критерии, объективно можно оценивать именно результаты, продукт, который человек получает. Это очень важно, потому что это обеспечивает, как вы понимаете, да, контакт субъективности с реальностью и с другими людьми. Поэтому трудовая деятельность – это важнейший институт социализации человека. Важнейший. И если этой истории нет, то формирование личности, оно имеет очень слабый ресурс. Мне очень хочется, чтобы мы вот это с вами сейчас поняли. Труд нужен. И вообще сегодняшний наш с вами разговор мне хочется построить не с позиции, почему труд нужен для общества, для других, не с позиции, что такое хорошо и что такое плохо, да, что хорошо быть тружеником, муравьем и плохо быть стрекозой, которая лето красное пропела, не ради этой морали. Мы сегодня с вами общаемся не с этой позиции. Не с позиции «ты должен сам, ты там большой мальчик, девочка, поэтому давай там одевайся». Не с позиции принуждения. Мне хочется говорить сегодня с позиции психолога. А что такое позиция психолога? Психолог всегда на стороне индивидуальности. Психолог всегда на стороне личности. Он всегда защищает интересы личности. Поэтому сегодня я хочу говорить о труде с позиции защиты личности того человека, который трудится. Не с позиции, как его удобно использовать окружающим. Не с позиции, зачем это надо всем, кто, да, обществу, которому нравится, чтобы он трудился и у которого есть такие идеалы. А с позиции, зачем это нужно самому персонажу, самому человеку. Очень ярко, хорошо это видно на примере взросления молодых людей в консультативной практике. Очень важно, чтобы человек... Плохая история, когда человек слишком долго сидит в системах образования. И вот более взрослые, более зрелые молодые люди, они чувствуют это, они стремятся. Кто-то начинает раньше работать, кто-то начинает... не хочет. Сейчас частая история, когда дети отказываются, умные, способные, талантливые, самостоятельно поступившие в вузы дети уходят, они не хотят дальше там сидеть, потому что вот это ощущение безделья, оно их убивает. Они хотят что-то делать и получать результат. Это очень здоровый такой социальный инстинкт. Они хотят взрослеть, они понимают, что пребывание в этом студенческом состоянии, вот этого бесконечного учения, 7 лет, да, до там 23, оно их обкрадывает, оно не создает возможности личностного роста. Это действительно реально так. И дальше очень важно, в какую социальную среду попадает человек, когда он приходит на работу. Потому что эта социальная среда, она продолжает его обкатывать, и она продолжает способствовать формированию его личности с одной стороны, и различных психических качеств и возможностей с другой стороны. Если он попадает в компанию с сильной корпоративной культурой, с ясными ценностями, внятными стратегиями, с планом развития сотрудников, то у человека вырабатывают, и только там они вырабатываются эти качества, такие как произвольный контроль, умение управлять своим вниманием, умение произвольно
управлять стратегией, тактикой, качеством своих коммуникаций, умение понимать, видеть, считывать, слышать других людей. Все это формируется в труде. На школьной скамье, на студенческой лавке эти качества не формируются. Нам очень важно с вами это понимать. Поэтому, конечно, скажем, вот современные юные девушки, которые тоже заинтересованы в личностном развитии, личностном росте, они не спешат, например, и не стремятся, и не особо хотят занять позицию домохозяйки, да, ну, то есть вот заниматься только домашним хозяйством, потому что у них есть ощущение, что для личностного развития это не очень благоприятная ситуация. Там можно находить из нее решение выхода, когда это неизбежно, но это ощущение, оно адекватное, оно правильное. Я много лет, мы консультировали семьи по подбору персонала для работы с детьми в семье. И ситуация тоже, которую даже писали статьи на эти темы, есть такой журнал «Управление персоналом», о тех проблемах, которые есть у людей, вот именно работающих не в структурах, а в семьях, например, няни, гувернеры и так далее. Это отсутствие трудовых коллективов, это, опять же, отсутствие правил, регламентов корпоративной культуры, очень как бы обедняет человека, возможности его развития, закрывает возможности развития, и человек быстро выгорает, он не удовлетворен как бы своей жизнью, своей работой, своим отсутствием роста и так далее. Поэтому труд – целесообразная, сознательная деятельность человека, направленная на удовлетворение потребностей индивида и общества. Определение понятно. В процессе целенаправленной деятельности человек с помощью орудий труда изменяет предмет труда в некоторый продукт или результат, если у нас речь идет о сфере услуг. Продукт – очень важный момент, существует до того, как его создали, идеально в уме, в представлении, в образах человека. И для того, чтобы вот это тоже, когда, например, я говорю про математику, я говорю о роли развития воображения, потому что без воображения, развитого, активного, творческого, продуктивного воображения, на сегодняшний день очень многие виды труда невозможны, потому что труд все меньше является физическим, физически нас замещают механизмы, там, роботы и так далее, и все более он является трудом творческим, то есть связанным с возможностями мышления. А мышление очень во многих сферах – это, по сути, развернутое воображение. Это не мышление в смысле логических доказательств и вербального мышления. Очень сейчас во многих сферах необходимо именно наглядно-образное мышление. Вот типовая программа, она нас всех ориентировала на развитие формального словесно-логического мышления прежде всего. В ущерб, я даже скажу прямо этим словом, в ущерб развитию наглядно-образного. Сейчас для многих профессий очень важно развитие наглядно-образного мышления, поэтому я вам предлагаю посмотреть вот какие-нибудь вебинары по математике. У нас были вебинары по развитию интеллекта, пространственного воображения. Это очень важная сейчас история. Нужно тоже перестать уйти от работы только на уровне вербалики, на уровне слов. У многих педагогов-воспитателей эта практика сохраняется. Человек все время только говорит, не развивая воображение детей и не развивая наглядно-образное мышление. В орудиях выражен уровень развития материального производства, тип общественного разделения труда. Ну, мы понимаем, что есть разница между тем, когда у человека в руках палка-копалка, когда у него все-таки появилась уже лопата, когда появляется плуг, мы учили это в курсе с вами истории, и, наконец, да, 19 век, когда появляются комбайны, машины, которые замещают животную тягловую силу, и как бы многие там... Многие виды ручного труда, фактически все виды ручного труда сельскохозяйственного замещают. Ну, важно понимать, что труд бывает добровольным, вынужденным, принудительным. Это чисто, ну, по факту, да. Понятно, что мы знакомим, ну, в обычной нашей жизни сейчас мы имеем дело с добровольным трудом, как правило.
И как экономическая категория, труд – один из факторов производства, а говоря, если сказать, ну, понимание социальной картины глобальной, человеческие ресурсы – это основной ресурс экономики страны. Поэтому отсюда вся вот эта забота о демографии – это не связано с тем, что кто-то очень сильно любит деток и так вот хочется, чтобы были детки. Это связано с именно пониманием экономической вот этой составляющей зависимости у экономики страны от человеческого ресурса, от ресурса рабочей силы сейчас и в перспективе, прогнозирования. Значит, труд – это один из основных видов деятельности взрослого человека. Это, да, его отличает направленность на результат, который может быть выражен как продукт или как услуга. Понятно. Мы выделяем эту сферу в рамках становления структуры деятельности в целом, потому что именно в рамках знакомства с трудом можно задать сами по себе вот эти ключевые понятия – цель, средства, способы, орудия и результат, и контроль качества результата. Когда речь идет про игру, познание, общение, еще раз я и повторю, всех этих структурных компонентов нет. Возможно формирование структуры деятельности в целом, то есть нет, в смысле мы не можем для ребенка их проявить, они на самом деле есть. В любой деятельности есть цели, средства, способы, и есть результаты или эффекты. И есть контроль качества с точки зрения соответствия полученного ожидаемому или желаемому для субъекта. И вообще непознание это тоже есть, но мы не можем это выложить перед ребенком, мы не можем ему это объяснить, потому что это психологическая материя. Здесь это материя физическая, реальная, поэтому это очень важный такой момент. Методическая мастерская. Название группы ВКонтакте. Спасибо. Значит, в труде выделяемые структурные элементы: мотивация, цель, материалы, ну, то, что я уже сказала, орудия, инструменты, способы операции, продукт. Вот здесь чуть более подробно эта структура. Обратите на нее, пожалуйста, внимание. Может быть, не всем сразу она, как бы, ну, у вас возникает какой-то образ и понимание, просто вот зафиксируйте для себя эту структуру. Любая деятельность начинается, Дарья, это другая группа. Это группа программа «Радуга». Я просто написала, что сейчас я вот эти материалы поддерживающие выложила в методической мастерской. Ну, соответственно, вы можете, да, прийти туда. Обе группы хороши. Приглашаю в обе. Мотивация. До любой деятельности первая база, прежде чем возникает цель, есть какая-то мотивация. Мотивации бывают разными. И, соответственно, мы сейчас на вами задача разбираться в мотивациях. Это задача психологическая, но всегда она присутствует. Мы в «Радуге» много внимания уделяем мотивации, когда мы предлагаем детям какие-то тренировочные обязательные задания. Вот там у нас есть понятие «игровая мотивация» и прочее. То есть для нас это понятие важное, но сейчас мы не об этом. Дальше формируется, в соответствии с мотивацией, формируется цель. Цель – это идея, это стратегия, как реализовать нашу мотивацию, да. Вот у меня есть желание, мечта, мне хочется жить хорошо, любить и быть любимой, и у меня дальше появляется цель все-таки найти в реальном мире реально конкретного человека, с которым там мне хочется построить семью, ну, как вариант, да. У меня сейчас как такая как нетрудовая история в голове появилась. Материал или объект труда – это то, на что направлена деятельность человека, что он изменяет, с чем он работает.
орудия или инструменты, способы операции, приемы. Это то, что это как раз здесь возникает умение человека, что он умеет делать, что он не умеет. Он должен уметь пользоваться орудиями, уметь учиться пользоваться инструментами. Есть какие-то там еще, возможно, приемы операции коммуникативные. То есть это интересная история. И наконец, продукт-результат. Ну, здесь я сразу хочу, опять же, еще раз подчеркиваю, что в большой степени мы говорим в аспекте социально-коммуникативного развития. Есть вообще понятие у нас герой труда. У нас есть герои военные, да, у нас есть герои, которые звание героя можно получить на войне за подвиги военные. Звание героя можно получить за труд. Вот, мне кажется, очень важно с детьми старшего возраста в какой-то момент поговорить, кто такой вообще герой, раз, и кто такой герой труда, что такое подвиг. Обязательно ли, ну, во-первых, не все люди стремятся к подвигу, те, кто стремятся, обязательно ли для этого организовывать военные действия или есть, ну, какой-то, да, какие-то другие варианты. Организуйте встречу. И также, вот очень, мне кажется, важная тема, рассказать о почетных профессиональных званиях. Ну, дети слышат, есть понятие заслуженный, народный, у нас есть заслуженные учителя, у нас есть артисты и так далее, и так далее. Вот для того, чтобы у человека, у ребенка возникал внятный, ясный образ перспективы взрослой жизни, в которой взрослый человек, основное, чем он занимается, у него есть, ну, собственно, две, наверное, да, точки опоры. Ну, хотя тут это вот мы говорили недавно, будем, наверное, проводить еще вебинар по системе ценностей, потому что опорой личности является система ценностей. Иерархия мотивов и система ценностей. По определению Алексея Николаевича Леонтьева, который создал отечественную психологическую теорию деятельности, личность – это иерархия ценностей. Просто вдумайтесь в это. Это очень коротко, очень лаконично и очень глубоко. И вот именно эту иерархию ценностей мы с вами закладываем в дошкольном детстве. Поэтому у нас очень важная работа. Нам важно понимать, что главное, что мы должны сделать, это не научить считать до 10, до 20 или до 100, не научить читать раньше или позже, а эту систему ценностей сформировать, потому что это опорные точки конструкции личности. Если этого нет, личность как тело без костей. Она не может стоять, она не может двигаться. Понимаете? Система ценностей – это скелет, содержательный скелет личности человека. Это очень важная история, это очень важно понимать. И второй момент, я уже это говорила, еще раз к этому возвращаюсь. Систему ценностей автоматически общество, социокультурная ситуация сейчас не формирует, потому что они очень размыты, в разных слоях они разные. И сами взрослые сейчас зачастую дезориентированы. Что же все-таки важнее? Деньги, творческое самовыражение, чтобы меня никто не трогал, я мог поехать на рыбалку или там печь пироги, которые я люблю печь, здоровье, которое я хочу сохранить. Что является вот этой иерархией ценностей, ее быть полезным людям, что для меня важно? Современный человек, взрослый, он находится в раздрае. Он зачастую несчастлив, не получает удовольствия от многообразнейших благ, которые у него сейчас есть, потому что он не понимает, зачем вообще все это, и не находит в этом во всем себя. Это очень характерная и серьезная проблема, именно современная. 80-е, 70-е, а уж тем более 60-е, 50-е годы у людей этой проблемы не было. Они жили в абсолютно нищенских условиях по нашим современным понятиям, и при этом они были счастливы, потому что у них была ясная картина, что такое хорошо, что такое плохо, как надо, как не надо. Они понимали, что служить обществу другим людям – это хорошо, старались это делать и чувствовали себя счастливыми. Они жили в гармонии со своей системой ценностей, которую активно в них обществом
вкладывалось, понимаете? Отсюда возникает эта иллюзия, что если мы вернемся к той системе ценностей и там, к тому механизму работы общественному, который был, то есть прямо идеологии из ведра в голову, все снова будут счастливы. Нет, этого так уже не будет. Мы в другой ситуации. Это не тот подход, который нам нужен. То есть нам некуда идти назад, мы там ничего не найдем. Нам нужно с вами идти вперед. Но вперед идти не за счет идеологии, которую мы будем лить из ведра, а за счет адекватного картины мира у детей, которую мы формируем с вами разными средствами, разными способами. Я надеюсь, что понятно, что я говорю, о чем я говорю, если какие-то вопросы спрашивайте. Отличительная особенность труда, которая появляется за счет того, что это продуктивная деятельность, есть ее результат, и этот результат предполагает всегда практическое использование. То есть этим продуктом, результатом кто-то будет пользоваться. Труд – это не то, что я делаю сам для себя. Мы вот будем с вами говорить. Есть формы труда, такие как хобби, когда я могу. Но даже когда это хобби, я вяжу салфеточку или там носочки, то я все-таки, мне всегда хочется, чтобы эти носочки кто-нибудь носил, а салфеточку я куда-то положу и ее украшу. Если даже я не предполагаю продажу продукта, обмен на деньги, то я все равно предполагаю использование. Появляется необходимость планирования. Это очень важное качество, очень важная компетенция. Она важна для реализации во всех... Маргарита Николаевна, спасибо большое. Она очень важна для организации вообще всей жизнедеятельности человека. Человек, который ничего не умеет планировать, он и в коммуникации очень сложный. С ним трудно общаться, с ним трудно строить отношения. И наоборот. Человек, который хорошо умеет планировать, хорошо осознает свои цели, хорошо осознает свои стратегии, более успешен и в отношениях, потому что и там он может применить свои стратегии, и они будут давать результат, они будут успешны. Поэтому быть умным и быть компетентным полезно не только для труда или работы, но и полезно в сфере коммуникации отношений. Почему меня все время, вы чувствуете, сбрасывают в сферу отношений? Потому что для современного человека она является доминирующей. В 90-е годы психологический центр «Генезис» проводил исследования подростков и их ориентации на перспективы в будущем. И что результаты показали? Очень интересная это была история. Очень резкая смена. Если до, там, раньше у детей их представление о будущем было, опять-таки, ориентировано на сферу профессии, труда, полезной деятельности и работы, то с середины 90-х подростки в своем представлении о будущем четко переориентировались на сферу коммуникации, отношений, личной жизни. То есть главное, чтобы мне было хорошо, чтобы мне было удобно, чтобы мне было спокойно, чтобы мне было комфортно. Без понимания того, что, опять же, все это не получится, если ничего не делать. То есть это такая стратегия, ну, в каком-то смысле дауншифтинга. И опять же, вот я сейчас в консультативной практике сталкиваюсь с тем, что приходят родители, вот ребенок умный, очень талантливый, очень способный, он бросил институт, потому что непонятно, зачем надо, неохота, и поселился там где-то на даче, смотрит на небо, на цветочки, как бы, ну, вот он радуется, ничем особо не занимается, но эта история всегда приводит к неудовлетворенности собой, жизнью, окружающим, к потере смысла и контекста, и структуры своей жизни в итоге. И через 5-7, ну я уже не говорю про 10 лет, это человек, который будет значительно социально дезадаптирован, и у него будут трудности в построении отношений. Когда ему 20 лет, он там поселился с любимой девушкой, опять же, им под пледом хорошо, но в перспективе построения долгосрочных отношений, опять же, будут проблемы, потому что вне труда планирование, стратегии, тактики, все это не возникнет. Спасибо. О, Елена Владимировна, спасибо, я очень рада, что и связь хорошая. Это прям здорово, потому что у нас это такая тема важная. Лариса, спасибо большое за оценку уже, в общем, фактически в начале вебинара. Да, конечно, запись будет.
Все записи вебинаров издательства просвещения бесплатно выложены в свободном доступе. И всегда вы можете посмотреть еще раз. Да, Маргарита Николаевна, вот именно об этом речь. Подменены многие понятия, да, о ценностях и о том, зачем это нужно. Поэтому нам очень, и именно поэтому нам с вами очень важно, работая, это понимать, сохранять и детям транслировать. Дорогие, пожалуй, может быть, еще никогда система образования, мы с вами не были такой важной точкой опоры в трансляции культуры и, я бы сказала так, здравой психики следующему поколению. Вот реально, честно, поверьте мне, я очень сейчас вижу, очень остро переживаю. Мы никогда не были настолько нужны и никогда не были настолько важной точкой опоры для детей. Потому что в семье они часто находятся в каком-то непрерывном потоке потребления и смены каких-то удовольствий. Дети теряются в этом, они в этом несчастливы, потому что детям нужно, у них есть инстинктивное ощущение своего развития, своего роста, набора компетенций. Перемещаясь от одного развлечения к другому, компетенции не наращиваются. Ребенок не становится сильнее, смелее и умнее. Это происходит в, вот опять же, в продуктивных процессах. Нам с вами очень важно это понимать, по возможности доносить до родителей, но здесь не нужно становиться. Мы с вами, мы не коучи, они к нам не пришли, родители к нам учиться не приходили. Важно тоже правильно ограничивать свои сферы, это вот у меня вебинары по управлению, понимать границы своей деятельности тоже. Нам не надо воспитывать родителей. Спросили, мы ответили, консультацию провели, дальше что поняли, это они взрослые люди, они строят свою жизнь. Наша задача – донести это сейчас до детей. И я хочу, чтобы вы понимали, что, о чем мы говорим сегодня, это наш вклад в будущее этих конкретно детей и реально нашей с вами страны, в которой мы будем жить спустя 10, 15, 20 лет. Когда они вырастут. Это вклад не в завтрашний, не в сегодняшний день, не в завтрашний день, не в то, что мы увидим результат послезавтра, а в то будущее, которое наступит, когда они будут, станут взрослыми. Это очень важная история и очень серьезная история. Поэтому спасибо вам за понимание. В дошкольном возрасте трудовой деятельности как деятельности у ребенка нет и быть не может. Сейчас, в современных условиях, я оговорюсь, у детей, которые растут в примитивных культурах, в племенах, в крестьянской семье 19 века, у 5-летнего ребенка трудовая деятельность уже была. Там сразу ребенок, во-первых, нет отдельной детской субкультуры, дети сразу включаются в повседневную, понятную, практическую жизнь взрослых. А жизнь взрослых – это бытовой труд. Люди живут натуральным хозяйством, весь труд происходит в быту. И дети сразу же без особых какого-то, без развернутой игры, без долгих периодов обучения, там речь не идет про чтение и счет, речь идет про то, как пользоваться там простыми орудиями труда. И уже к 5 годам, в 5 лет на ребенка в крестьянской семье в 19 веке оставляли более младших детей на целый день. То есть это человек, у которого вот эти структуры, они уже были сформированы. То есть реально возможности, психические возможности детей очень велики. И в культуре мы идем по пути удлинения, увеличения периода детства, неполноценной компетентности и так далее. Но это так происходит. У нас сейчас, в общем-то, такое ученичество детства может лет до 30 продолжаться. Я говорю это без оценки «хорошо-плохо», у этого есть свои плюсы. Но важно понимать, что мы не можем детей, то есть у нас нет задачи учить труду, да? Не об этом речь. Не о том, чтобы формировать у них трудовую деятельность, а о том, чтобы именно понимать смысл и приобщение к этой сфере, прежде всего в плане сознания. Не в плане практики, а в плане сознания, в плане целей и ценностей, вот тех, о которых мы говорим. Поэтому нужно, чтобы ребенок получил богатое и объемное представление о разнообразии форм труда взрослых и его месте в социальной жизни человека и общества. Существуют различные виды труда. Одни виды направлены на самого человека. Труд, самообслуживание, культурно-гигиенические навыки – это формы труда,
которые доступны маленьким детям. Мы как бы расширяем их компетенции в этой области. Есть труд, который преобразует внешний мир. Также мы можем разделить труд на профессиональный и непрофессиональный. Профессиональный труд – это когда продукт, результат труда обменивается на деньги, и есть заработная плата. И непрофессиональный труд, например, хобби – это которым человек занимается для собственного удовольствия и развития. Профессиональный труд предполагает образование, обучение систематическое. Как правило, бывают исключения, которые называются у нас словом «самородок». Но в целом, ну, все-таки вот врачи самородками не бывают. Есть виды труда, в которых это невозможно в принципе. Предполагается профессиональное обучение и образование. И это важное качество, важный показатель, критерии оценки качества труда и возможности, опять же, получать за него деньги. Мне сейчас мы видим очень как бы тоже ярко, как эти критерии размываются. И есть возможность у людей с самым разным уровнем компетенции просто заявить о себе, давайте я вам вот тут что-то такое сделаю, и продавать свободно свой труд, ну, как бы вне зависимости от того, есть ли у человека реально базовое образование, есть ли какие-то компетенции, ну, в надежде, что рынок он сам определит, и покупать люди у тех, кто делает что-то некачественно, не будут. На самом деле на рынке услуг, например, психологических, это совершенно не гарантированная история. Ну, неважно, нам просто важно профессиональный, непрофессиональный, хобби. А профессиональный труд по результату можно разделить на производство, созидание, когда есть продукт, и оказание услуг, парикмахеры, повара и так далее, да, мы понимаем. По сферам сельскохозяйственный, ремесленный, руками, да, там, гончар, промышленный и так называемый умственный труд, научные исследования, творческий труд и служба. Например, в государственных учреждениях, труд управления. Вот как раз на флешмобе, интересно, у нас появились эти сферы, я вам через некоторое время это покажу. Ну и вот еще раз мы фиксируем, что продуктивный созидательный труд – традиционная ценность человеческой жизни. Не случайно есть поговорка «человек славен трудом». И ценностное отношение к социально значимому труду – это одно из важнейших направлений социализации маленького человека и личностный фундамент мотивации труда в более старшем возрасте. Мы являемся сторонниками, я являюсь сторонником индивидуального подхода в приобщении к труду и основываемся на принципе строгой добровольности в дошкольном возрасте. То есть каждый ребенок добровольно участвует в любой форме труда. Поэтому если вы организуете, дети хотят, бывают дети, которые хотят помогать, накрывать на стол, убирать со стола, там, мыть игрушки, еще что-то такое делать, сажать растения, там, на грядках работать. Бывают дети, которые не хотят. Пожалуйста, давайте... Ничего, принуждение, ничего, кроме отвращения, не дает. Поэтому забудем вообще идею того, что все должны. Вообще, я вам очень, дорогие коллеги, предлагаю прямо в начале этого года. Знаете, у нас есть вот в тренингах личностного роста много есть таких идей, что мы несем с собой чемодан с неэффективными, ненужными всякими идеями, установками, которые нам загружают там в детстве, потом там что-то, система образования мы получаем. Вот одна из таких ненужных, мешающих и отягощающих очень педагога идей установок – это идея, что все должны, все в вашей группе что-то должны, неважно что. Вот давайте выбросим из своего чемодана установок вот эту категорию «все». И сразу тут у нас с вами появится индивидуализация, на которую нас ориентируют в ГОСТ. Вот это слово «все», оно очень нам мешает. Оно сковывает нашу педагогическую инициативу, наше педагогическое творчество и мешает нашему педагогическому счастью. Потому что мне кажется, что если чего-то не все достигли, это все равно, что я ничего не делала. Это совершенно неправильно. Если из того, что я делала сегодня, это услышала один даже ребенок, я уже не говорю 2, 3, 5, 10, это значит, что я работала эффективно. Это отлично, это прекрасный результат. Если, опять-таки, вот из тех, кто пришел сегодня на вебинар, 3, 4, 5 человек
чем-то вдохновятся, использовать в своей работе, этот вебинар имеет смысл. И я вам хочу сказать, что, скажем, у меня вот в практике моей работы, у меня очень большой лекционный опыт физический, офлайн, онлайн появилось буквально последние там 3-4 года благодаря издательству. А до этого все происходило офлайн, и у меня были истории, когда в зале сидело 500 человек, и когда в зале могло сидеть 5 человек. Я вам хочу сказать, что и выкладываюсь, и работаю я одинаково. И хороший артист, хороший там певец, музыкант, он выкладывается независимо от объема аудитории. Поэтому, дорогие, и опять же, когда сидит 500, неизвестно, сколько человек при этом активно слушают, понимают и вникают. Поэтому забудем слово «все». Не нужно, чтобы все убирали со стола. Пусть со стола убирают те 3, 4, 5 детей, кому это нравится и хочется. Не нужно всех привлекать, не нужно всех вовлекать. Остальные это видят, у них все равно в их сознании есть эта практика, есть понимание того, что это возможно, и поверьте, что это для них тоже очень полезно. Наша задача не в том, чтобы дети заменили собой няню в группе. Понимаете, вот эту идею, что пусть дети сами делают, чтобы не работали взрослые, это не та идея, с ней не нужно к детям идти. В детском саду у нас есть штатные единицы, профессионалы, которые получают зарплату за то, чтобы у нас было чисто, убрано, засеяно и так далее. Да? Люди, которые должны это делать по работе. У нас нет цели детским трудом заменить труд взрослых. Не в этом задача. У нас задача есть показать детям, что можно участвовать в этой практике взрослых, можно получать от этого удовольствие. Можно получать удовольствие от того, что ты помогаешь другому человеку. Можно получать удовольствие от чистоты, которая возникает. Можно получать удовольствие от того, что ты умеешь это делать. Это разные три типа удовольствия, я вам сейчас назвала, которые в труде возникают. Радость от своей компетентности, радость от результата, который получаем, радость от коммуникации с другими. Вот это мы формируем, а не само по себе вот... выполнение этой функции физически вместо кого-то. Понимаете разницу? Поэтому только добровольно. У нас задача поддерживать мотивацию, формировать положительные отношения, и это именно психологический процесс, иначе мы получим противоположный результат. Для того, чтобы... вот, и опять же, мы работаем прежде всего на мотивацию. Для мотивации трудовой деятельности первое, что должно, естественно, возникнуть, вообще представление об этой трудовой деятельности. Сейчас с этим большие проблемы. Поэтому важный этап – это знакомство с существующими в культуре целями и ценностями трудовой деятельности вообще. Начиная с бытового труда близких, профессиональной деятельности окружающих, цели, ценности, орудия, процесс, результат и так далее. Социальный опыт находит отражение в игре. И, собственно, именно сюжетно-ролевая игра помогает осмыслить этот социальный опыт. Но смотрите, в чем специфика сегодняшнего дня, современности. В том, что дети с экрана телевизора труд не видят, да, не показывают. Труд, в бытовой труд в семье у многих выполняют машины-механизмы. То есть нет вот этого вот там, раньше же постирать, погладить, посуду помыть, это целая деятельность. Сейчас есть, сейчас уже в наборах детской мебели есть стиральная машина, посудомоечная машина, ну, утюги еще остались, но, в принципе, тоже я бы не сказала, что дети с упоением сейчас что-то гладят, да. Значит, вот этот весь труд, он максимально автоматизируется, у кого-то дома есть специальные люди, которые приходят, все это проделывают. То есть ребенок понимает, что занятие, в общем-то, не для белого человека, не для него. Ну, непонятно. Еду в готовом виде, полуфабрикаты, их только разогревают зачастую еще в микроволновке. То есть все эта история, не во что играть. Кнопку нажал, ну, играть в нажатие кнопки не очень увлекательно, правда, там нет... Ведь ребенок в игре, опять же, у нас был вебинар по игре большой, стадии развития игры, трудовое действие, ролевая ситуация, ролевой диалог и сюжет. Вот три как бы фазы, которые она проходит. И первое, что ребенку интересно, он осваивает игровое действие, он действий никаких не видит. Везде одно действие, нажать кнопку.
получается результат, понимаете? То есть здесь большая проблема. Что делают родители на работе, зачастую понять ребенок не может. Единственное действие, которое может совершить, открыть как бы ноутбук, открыть компьютер и что-то делать там. Не у всех родителей, не у всех в семьях такая ситуация, но зачастую дети очень мало себе это представляют. Ну, сейчас на экскурсии особо мы тоже не ходим. Продавец в магазине уже ничего не продает, там есть только кассир, который, опять же, кнопки нажимает, выбивает чек, то есть там тоже нет деятельности никакой особой, ну и так далее. Поэтому с игрой проблемы. У нас сейчас дети, поэтому дети сейчас играют в отношения. Они очень мало играют в труд, они очень мало играют в деятельность. Сертификат вы скачаете, здесь же он будет. Ага, вот, да, спасибо. Дарья, вы прям сегодня супер у нас помощник в процессе. И я, кстати, помню вас по предыдущим вебинарам. Рада вас видеть. Ну, вот здесь как раз, да, в игре ребенок движется от воспроизведения операции к воспроизведению отношений, созданию сюжета и воспроизведение структуры деятельности, когда этот сюжет развивается. А что нужно для игры? Ну, здесь, да, мы понимаем, что костюмирование, предметозаместители, игрушки, вот... Причем желательно, чем больше они как бы все-таки похожи на что-то реальное, тем оно лучше. Ну, здесь разные виды формы того, во что дети могут играть. Итак, цели. Цели человеческой деятельности. Ну, опять же, здесь вот этот тоже слайд, он про процессы, объекты, материалы, способы действий. Ну и вот как бы это примеры, здесь показаны примеры труда бытового в быту, что могут, в принципе, в чем дети могут участвовать, в чем они могут помогать, что им может нравиться. Опять же, каждый по интересам. Итак, сейчас мы с вами будем двигаться по видам труда и какое место они занимают в жизни группы, в жизни детей дошкольного возраста. Значит, ну, первая понятная, доступная, простая форма формирования навыков самообслуживания. Этот вид труда направлен на самого себя. Какие здесь мотивации? Быть большим, быть самостоятельным, быть как взрослый. Алгоритм освоения примерно, значит, следующий. Взрослые, ну, сначала взрослые делают это для ребенка, потом они делают это с ребенком, показывая, что делать и как, объясняют смысл того, что они делают пошагово, поэтапно, по желанию ребенка, дают делать самому то, что он хочет попробовать. Что очень важно, без нетерпения, без требований, без критики о результате и скорости, подбадривают, поощряют и помогают в том, что пока он не может сделать. Поддерживают стремление расширять сферу самостоятельности, корректируют результаты и учат оценивать результаты, но это средняя старшая группа. Например, проверить, если ребенок застегивал пуговицы, ровно ли он их застегнул, правильно ли получилось, все ли там завязано, застегнуто на обуви и так далее. Очень важная история формирования навыков самообслуживания. Их не форсировать. И вот вам табличка. Основные базовые культурно-гигиенические навыки. И в каких возрастных группах, что ребенок может, собственно, делать сам. Вот здесь важные комментарии. Значит, еда, да, что ребенок здесь может, он пить из чашки, есть ложкой, есть вилкой отламывая и может есть с помощью ножа и вилки. А здесь появляются этикеты, здесь появляются приборы пользования. И важный комментарий, что и в каком количестве ребенок есть, мы не обсуждаем. Это идеология нашей программы, это психологически очень важный момент для того, чтобы нормально дети у вас ели, у вас не было проблемы с едой. Это вот такая история. Раздевание. Обращаем ваше внимание, что сначала дети учатся раздеваться, и только потом они учатся одеваться. Поэтому и одеваться – это более сложный навык, он появляется позже.
аккуратность еще позже, потому что она предполагает планирование наличия образа в голове. Мотивация большой, ты как взрослый. Важно, при первой просьбе ребенка во всем вы ему помогаете. Не упирайтесь, не начинайте соревноваться, кто, чья воля круче. Ваша воля круче всегда. Второй момент. Вот напишите себе, я не знаю, там где-то, я всегда круче, чем ребенок. Это вот чисто не нужно это ребенку доказывать, потому что не нужно в этом сомневаться. Вы взрослый человек, ваша воля, ваши интеллекты, ваши коммуникативные компетенции всегда выше, больше и важнее. Поэтому не нужно с детьми соревноваться в этом. Чувствуйте себя спокойно, когда вы уступаете, когда вы помогаете, когда вы поддерживаете. Чувствуйте себя взрослыми. У нас очень часто, вот родители, я вижу эту историю, особенно в период кризиса 3 лет, вообще с детьми, когда родители начинают мериться, знаете, вот как олени, у кого сильнее рога. Вот я ему сейчас уступлю, он будет мной командовать. Он не будет вами командовать, он не может вами командовать. Это ребенок, и он маленький. Поэтому поддерживайте его в ощущении своего могущества, своей силы. Ему это нужно на вырост. Не бойтесь, что вы потеряете контроль. Вы не можете его в дошкольном возрасте потерять. Он тотально ваш, потому что вы взрослый человек. Не переживайте. Важно обращать дети чувствительной красоте. Обращайте внимание, дайте момент. Вот вы навели порядок. И знаете, вот когда ты сделал генеральную уборку, ты садишься, и это восторг, вот это ощущение, что вокруг тебя чистота и красота. Создавайте эти моменты переживания, удовольствия от результата. Мы хронически в нашей культуре не умеем радоваться результатам. Мы добиваемся, мы преодолеваем, мы получаем. И мы тут же начинаем добиваться чего-то следующего. У нас нет фазы выдоха, отдыха, расслабления, бездействия. У нас нет фазы наслаждения тем, что мы сделали. Это ужасно. Потому что это приводит к выгоранию, это демотивирует нас во всем. Нам очень, у нас в культуре это не заложено. Нам очень важно научиться самим и подарить детям вот эти моменты расслабленного восхищения тем, что мы сделали. Вот чистотой, порядком, красотой, да, и так далее. Тогда у них будет желание вот это аккуратно складывать и развешивать. Нужно же какое-то, понимаете, нужно вот ты развесил, сложил. Боже, как хорошо! Боже, как красиво! Боже, как это удобно! Какие же мы молодцы! И как же прекрасно то, что мы сделали. Понимаете? Это очень важная история. Очень важная история. А также, как в общении с детьми, нужны моменты, когда вы вот просто вы встретились. Боже, как я рада вас видеть! Как я соскучилась по вам! Как мне вас не хватало летом или там вот выходные! Как мне хотелось снова увидеть ваши глаза, как мне хотелось услышать вас, ваш смех. Это очень важные моменты. Дать себе время, дать себе свободу, почувствовать удовольствие от того, что сделано, или от общения. Да. Одевание, ну, как бы, да, раздевание, одевание, вот специально разведены эти вещи, что мы можем. Ну, и классический КГН, да, руки, туалет, зубы, волосы, щетки. Здесь мотивация, чистота, красота, здоровье. Здоровье подключается в старшем возрасте. Вот они как раз здесь, да. И когда я говорю про школьную зрелость, подготовку к школе, я говорю всегда о том, что здесь, вот здесь тоже очень важно, чтобы дети понимали, что расчески, зубные щетки, жвачки, леденцы, это губная помада гигиеническая, это все использует только один человек. Это не передается по кругу всем друзьям. И у всех друзей это как бы тоже не пользуемся этим. Хозяйственно-бытовой труд, как вырастить помощника. Значит, важная особенность, ну, культурно-гигиенические навыки направлены на себя. Хозяйственно-бытовой труд – это уже вовне.
он направлен на изменение какой-то внешней ситуации. Мотивация здесь сделать что-то как взрослый, социально значимое, и стать кому-то помощником. Ну, вот исследования Тайны Григорьевны Русской показывали, что дети стремятся делать исследования давние. Я вам честно скажу, это, конечно, все советский период. Но вообще говоря, трехлетние дети действительно хотят подражать взрослым, и им тоже хочется делать то же самое, что делают взрослые, и сейчас они стремятся, только взрослые делают гораздо меньше, чем они делали во времена этого исследования. Еще раз я говорю, физически, взрослый кнопку нажимает сейчас, а раньше там были вот эти веник, совочек, там метла, грабли, лопаты и так далее. Ну, где-то они у нас тоже присутствуют временами. А дети не играют в это. Маленькие трехлетки, они хотят это именно делать, используя настоящее орудие. Они хотят взять большой совок, большой веник и так далее. Они хотят действовать с предметами, но, естественно, не могут получить результат. Поэтому фиксируйте их не на результате, они не получат его в три года, а на том, как это здорово, какой он, ну, вообще молодец, что он помощник, что вам это ценно, нужно, что вас радует, что он это делает и хочет это делать. Поэтому это вот такая история, да, это возраст предметно-манипулятивной игры. Да, здравствуйте, дорогие, кто подключился сейчас. Запись вебинара, его начало вы сможете посмотреть на сайте издательства просвещения. Оно будет выложено или на YouTube-канале издательства просвещения. Собственно, вы можете войти туда, и там все записи. Быстро сейчас они появляются, бесплатно. Спасибо большое, Татьяна Ивановна. Мне очень... Татьяна Иванова, Татьяна, спасибо большое. Я очень вам благодарна. Мне, на самом деле, конечно, очень важно видеть ваши тоже отзывы и отклики. Вы понимаете, что я разговариваю с экраном, но у меня есть ощущение вашего присутствия, у меня есть ощущение людей, которые собрались вместе. Вот я не могу сказать, что... То есть я не чувствую себя сидящей в комнате перед экраном компьютера, я чувствую себя за каким-то большим таким круглым, очень большим, очень круглым столом, где мы с вами это обсуждаем. Это правда реальное ощущение. В том числе благодаря вот вашей реакции. Значит, дети осваивают способы деятельности. Понимаете, да, что здесь важно поддерживать. Не про результат мы говорим. А следующая таблица. Что здесь может быть, что дети могут в плане вот хозяйственно-бытового труда в детском саду? Трапеза, сервировка в детском саду и в семье. Потому, ну, вы будете проводить консультации, в принципе, для себя это неплохо вот иметь в виду. Кулинария, приготовление еды дети обожают в разных видах, и у нас специальные образовательные события есть на эту тему. Уборка, уход за растениями, животными и труд на участке в природе, вот что мы делаем. Как раз фотофлешмоб отлично показывает эти формы. Будем с вами об этом говорить. Итак, следующая история. Наконец, представление о профессиональном труде. Наша с вами задача дать... Мария, спасибо, да, я стараюсь, мне хочется всегда максимально просто говорить, чтобы максимально было понятно, что делать, и максимально было понятно, зачем и почему мы это делаем. Важно понимать, что ты делаешь, тогда это, опять же, дает удовлетворенность своей работы и тем, чем ты вообще занимаешься. Осмысленность – это очень важный компонент для удовлетворенности, на мой взгляд. Дать представление о профессиях, о том, что труд – это есть способ обмена между людьми, мы обмениваемся товарами, услугами, опосредуют эту историю деньги. И мотивация, конечно, это социальное одобрение. И ну, старшие дети уже понимают вообще роль денег в жизненной истории. Это интересная тема. Про деньги нужно делать сегодня отношение к ним вообще современных детей. Это нужно делать отдельный вебинар. Сейчас мы здесь будем в рамках этого вебинара. Я не хочу касаться темы денег. Я хочу, чтобы мы касались именно больше... Именно в аспекте ценностей. Когда человек приходит в парикмахерскую, он приходит не только за новой прической, он приходит на самом деле за настроением. И во всех трудовых процессах есть элемент коммуникации, есть элемент человеческого общения, обмена, опять же, настроением, эмоциями. Это тоже важная история, важный компонент.
Ну, и вот разные сферы. Здесь, собственно говоря, вот то, о чем мы с вами уже поговорили, о специфике современной ситуации по сравнению с тем, что было 30 лет тому назад. Образ будущего – это образ сферы потребления, а не сферы деятельности. Когда, если раньше мы спрашивали, кем, и вопрос был, кем ты будешь, когда вырастешь, ребенок говорил ветеринаром, космонавтом, там, пожарным, артисткой, то сейчас на вопрос, кем ты будешь, он отвечает, у меня будет большой дом, я буду ездить там на красной машине, иногда у меня будет там кошка-собака, наконец, у меня, девочки, у меня будет такое платье, такие туфельки, такие колечки, такое все. Почему это очень проблемная история? Сфера потребления принципиально ненасыщаема. Такое колечко есть, а вон такого у меня еще нет. А вот бриллиантика там такого, как в короне Российской империи, вот его как бы и не предвидится получить. То есть потребление само по себе, оно постоянно разрастается, увеличивается, расширяется и никогда не приносит счастья. Потребление – это базовая история. Понятно, что базовые потребности нужно, чтобы они были удовлетворены, чтобы человек себя комфортно чувствовал. А потребление – это, знаете, то, что называется маленькие радости. Это здорово, они нужны в жизни. Надо понимать, что это маленькие радости. Если у тебя нет большой радости, то маленькие тоже не приносят радости и счастья. Вот в чем штука. Поэтому вот когда в образе будущего у человека только сфера его потребления, это гарантированный путь к неврозам, неудовлетворенности и депрессии. Просто вот прямая дорога туда. И это, я уже в начале вебинара об этом говорила, это колоссальная проблема. А стихийное, то, что сейчас в обществе стихийно происходит, это именно вот эта история. А второй вариант, когда закладывают образ будущего как образ достижений, это медали, награды, какие-то социальные погоны, фишки, это то же самое. Потому что самую главную медаль ты все равно там не... можешь не получить, и почти наверняка ты ее не получишь, и какие-то там значимые медали, награды получают единицы. Если человек не может быть счастлив от того, что сегодня он, опять-таки, у себя на работе или у себя дома доставил радость другому человеку, то счастья не будет. Я, причем этот вопрос, он очень явственно встает в головах как раз у родителей, которые очень успешны и занимаются таким ярким, хорошим бизнесом. Я была буквально вот неделю тому назад на интересной неформальной встрече такого клуба очень успешных бизнесменов, ну не сказать миллионеров, и мне задавали как родители вопросы вот в кулуарах, да, вопрос был именно, какое образование нужно давать детям, чем вообще, на что их ориентировать в профессии, чтобы они были счастливы. Является ли счастливым выпускник Московского государственного университета? Я закончила Московский государственный университет. Вот счастливы ли эти люди? Какие счастливы? Что вообще дает человеку счастье? Это очень серьезный, это важный очень вопрос, действительно. И, ну вот, да, собственно, мы об этом с вами говорим. В труде формируются волевые качества личности, целеполагание, структура деятельности, вот все эти вещи. Это, ну, мы, я считаю, что проговорили уже это. Значит, в течение года мы расширяем представление детей о целях и способах профессии, бытовой труд, мир увлечений. Организуем встречи с людьми разных профессий по возможности. Проводим циклы экскурсий по детскому саду вне его. Ну и у нас в программе есть технология альбома «Умелые руки». Это технология Татьяны Ивановны Гризик. Вот как раз в ее пособии по познавательному развитию этот раздел есть. На экскурсиях можно увидеть разные виды труда. Опять же, я вернусь к этой теме, когда мы будем смотреть материалы флешмоба. Региональная рекомендация очень важна. Опять же, на материале флешмоба вы увидите. У нас участники есть из Донецка. Там, скажем, совершенно такие удивительные фотографии шахтеров, их труд в забое. В общем,
посмотрите. Проект семейного книгоиздания о профессиях встречи с интересными людьми как традиция. Вот традиция встречи с интересными людьми, пособие Татьяны Ивановны. Ну, либо там откроете, либо этот слайд почитаете на досуге. Я сейчас, если мы уйдем в тонкости методические, мы не успеем с вами. Примерная схема беседы по знакомству с профессией взрослых. Тоже в методику сейчас не буду, хорошо? Откроете, прочитаете, там все понятно. И еще раз, вот опять же таблица, типология, виды труда, услуги, сельскохозяйственные, ремесло, производство, умственный, управление, спорт, защита отечества, творческий труд. Вот большая классификация. Что из каждой сферы есть смысл брать? Младший возраст, средний и старший возраст. И комментарии. Какие аспекты мы здесь выделяем, что здесь важно, на что важно обратить внимание. Опять же, смотрите таблицу, будут вопросы, задавайте, в методику не ухожу, хорошо? Здесь я вам привела пример, тоже я сейчас не буду подробно про это говорить, образовательный проект, который у нас родился на предыдущем первом нашем осеннем фотофлешмобе издательства «Просвещение», «Моя прекрасная родина краски осени». Наталья Емельянова из Нижнего Тагила прислала фотографию «Осенний парк», и там стоит скульптура «Памятник дворнику». И вот из этой одной фотографии человека родился целый образовательный цикл, образовательный проект, которого не было раньше, о котором я никогда не думала, за который я ей очень благодарна. Профессия «Дворник». Это профессия, которая имеет отношение к каждому человеку, потому что особенно, скажем, зимой мы отлично понимаем, что нам не пройти, не проехать без дворников. И здесь вот этот проект, причем он включает в себя и технологии, и инструменты, и орудия, и история этой профессии, и социально-коммуникативные навыки общения с этими людьми, и художественно-эстетический цикл, в частности, памятники, потому что я покажу дальше. Я стала изучать этот вопрос, а во многих городах есть памятники дворнику, они очень интересны. В отличие от памятников писателям, которые зачастую совершенно одинаковые, да, мужик в пальто идет обычно, или там сидит, или стоит, но, в общем, совершенно они неинтересны. Памятники дворникам очень интересны с эстетической, художественной, содержательной точки зрения. Вот поэтому здесь про памятники дворнику. Материал вообще, что такое скульптура, материалы памятников, вообще, что такое памятник. То есть это шикарнейший, богатейший материал. Я вам вставила в презентацию, вот Наталья Емельянова, я очень ей благодарна. Она фотограф прекрасный, педагог прекрасный. И вот тут ту фотографию, которую она прислала, вот этот памятник. Ну и вот дальше здесь памятники в разных местах, в разных городах. Я вложила вам в презентацию эту историю. Вот посмотрите, какие они. Какая чудесная вот это. На многих памятниках дворникам есть животные. Насколько они. И меня удивило, здесь есть и мужчины, и женщины. Смотрите, какая теплая, какая чудесная, приятная скульптура. Опять же, орудие труда здесь есть. Тут есть прям красота, о чем поговорить. Прям красота, красота. Вот это очень интересный памятник Лужкову дворнику Зураба Церетели. Скульптура, которая единственная, которую вот я знаю, однозначно мне очень нравится. Это очень, это действительно образ Лужкова, который первый мэр Москвы в 90-е годы, когда он взял город, который был просто сплошным рынком помойкой. Я очень хорошо помню это время. Пройти по улице было невозможно от везде валяющихся там каких-то коробок, упаковок. И тут у него, видите, он метлой метет, там крысы бегают. Это все реальность. Вот тут Тюмень. Вот очень такой авангардный какой-то в Томске памятник. Очень трогательный памятник во Владимире. И заодно вы рассказываете про города, вы смотрите карту. Понимаете, насколько это... Спасибо большое, Жанна, я очень рада. Значит, мы... Сейчас я посмотрю, не пропустили ли мы. Ну, конечно. Окей, да, вот образовательный цикл, который я вам прямо как бы предлагаю провести. Его можно провести в любое время года, не обязательно прям завтра, но правда он очень интересный, я надеюсь, что вы получите от него удовольствие. Следующее представление о труде отражаются, мы уже с вами сказали, в сюжетно-ролевой игре, и бытовой труд, и
И если у вас нет, если дети о труде ничего не знают, они не будут в это играть. Вот что я хочу сказать. Поэтому вообще содержание игры ребенок черпает из реальной жизни. Когда мы говорим, вот у нас дети не играют, они не играют, а мне во что играть. Потому что они очень мало видят такого, что они могут в игре моделировать. Они не видят социальных отношений, они не видят социальных ситуаций. А поэтому откуда они черпают сюжеты? Они их черпают из мультфильмов и кино. Кино сейчас они смотрят мало, в основном они смотрят мультики. Поэтому они играют там в «Свинку Пеппу», в «Щенячий патруль». Они откуда-то им надо сюжеты брать. Если мы хотим, чтобы дети играли, их жизнь нужна сюжетами. Как проводить кружки по ПДД, чтобы им было очень интересно? Это правила дорожного движения, чтобы им было интересно. Я вообще не очень понимаю, ну, в каком-то смысле, почему им это должно быть интересно, потому что они не, ну, не водители. Мне представляется, что проводить нужно в игровой форме, раз. Нужно, чтобы были движущиеся какие-то игрушки, модели, два. Чтобы это все могло двигаться. Желательно, чтобы я бы соединила ПДД с конструированием, техническим конструированием робототехникой, чтобы зажигались светофоры, чтобы переключались. Вот я ПДД отлично провожу, когда я еду с ребенком в машине. Потому что здесь я могу показать, вот красный, вот зеленый, вот мы едем, вот мы стоим, вот поворотник, вот впереди включил, куда поедет. Понимаете? Нужна моделирующая какая-то ситуация. Это хорошо можно делать перед хорошим экраном компьютера, где моделируется движение. Пожалуйста, это можно. Ну, то есть нужна... А, первое, ответ, Тамила, в игровых формах и ситуациях. Желательно с применением каких-то технических историй, где есть, в частности, вот эти мигающие разнообразные сигналы, и моделируя с позиции управления транспортным средством. Потому что с позиции пешехода есть только одна история. Красный стоишь, зеленый идешь. Тут не о чем говорить. Все ПДД существует, правила дорожного движения существуют для водителей. Поэтому осваивать можно только в позиции водителя. И вот с этой, в этой игровой роли тогда это может стать интересным. А еще одна идея, Тамила, образовательно-познавательная для всех детей, да? Как осуществляется ПДД для воздушного водного транспорта, для подземного транспорта? Какие там существуют сигналы, указатели, правила движения? Обсудить это тоже с позиции тех, но всегда с позиции того, кто ведет транспортное средство. Вот я надеюсь, что эта идея... Спасибо вам, кстати, за вопрос. Я не думала об этом. Меня ПДД никогда не увлекало, а вот благодаря вашему вопросу оно меня увлекло. Я теперь, ну, как бы подумаю на эту тему, и благодаря вашему вопросу я поняла, в чем ерунда того, как мы это делаем в детском саду. Потому что мы все время про пешеходов и про то, что стой, никуда не ходи. Ну, это понятно, это одно предложение, надо сказать, никакого дальше ПДД не надо. Для пешехода. Оно одно правило, ну, как бы его знают в 3 года. А все остальное интересно с позиции водителя. Знаки. Интересная тема в ПДД, интересная тема знаки. Интересно их расшифровывать, интересно их понимать, потому что там есть логика своя. Это тоже отдельная, хорошая, большая тема. У Татьяны Ивановны Гризик тема знаки большая, хорошая есть. Если там дорожные, только как пример. Но благодаря вашему вопросу я бы сделала, прям уже думаю, такой небольшой образовательный цикл на эту тему. Тамил, я подумаю, если... сейчас я запишу... Как вас зовут? Тамила Теревердиева. Я Теревердиева. Прямо, ну, хочется спросить, конечно, имеете ли вы отношение к семье чудесного композитора. Я прям вас поблагодарю за эту идею. Если мы будем проводить когда-нибудь вебинары, сделаем образовательный цикл на эту тему ПДД. Прекрасный вопрос. Вот, кстати, дорогие коллеги, это... прекрасный пример того, как человек интересным, хорошим вопросом может запустить движение содержательной, методической, педагогической мысли. И, кстати, вот почему я вас активно приглашаю быть участниками групп обсуждений в социальных сетях, потому что и участвовать, вот, скажем, в фотофлешмобе хотя бы. Мне кажется, очень важна, интересна сейчас идея педагогического профессионального сотрудничества не только внутри детских садов, но и с более широким сообществом, потому что мы,
колоссальный источник вдохновения и ресурсов, материалов друг для друга. Когда мы работаем как команда, я могу сделать на одну копейку, а получить эффекта на 10 рублей. Я сама выкладываю 3 фотографии, в обмен у меня 1000 фотографий красоты из разных мест нашей огромной страны. И я могу провести 5 прекрасных занятий по социально-коммуникативному развитию для детей разного возраста, и по познавательному развитию, и по эстетическому развитию, на материале фотографий, которые прислали мои коллеги, понимаете? Это, на мой взгляд, это очень здорово, это очень эффективно, это очень интересно, это очень удобно. Здесь про игру слайд понятен, мне кажется. Значит, нам нужны костюмы, игрушки, пространство, свободное время и партнерство взрослого, если в нее зовут. И в этой, во всей истории, я сейчас принимала участие в работе по разработке там критериев оценки качества дошкольного образования, там шкалы Экерс и так далее. Вы, наверное, кто-то из вас, может быть, как-то в этой теме, кто-то, может быть, нет, неважно. Я хочу сказать, что первый уровень – это когда вы создаете предметную среду какую-то. Следующий очень важный момент – это когда у детей есть свободный доступ к ней. То есть они могут играть, у них есть свободное пространство. И следующий шаг – это когда есть время. Потому что часто очень педагоги жалуются, что у детей нет времени для игры. Это время тоже, естественно, нужно находить, свободное. Но очень часто, когда у детей есть время, они не играют, они… там конструируют или рисуют, далеко не всегда у них есть именно игровые идеи. Но сейчас мы не об этом. Динамику. Уже мы с вами об этом говорили. Действие, ролевая ситуация и сюжет. Опять же, посмотрите, почитаете всю эту историю. Разные традиционные игры, изображения предметов. Здесь про игру. Вы посмотрите это сами. Представление о труде как о форме досуга, хобби. Это, опять же, у Татьяны Ивановны Гризик есть эта история. И здесь мы предлагаем семейный проект «Хобби членов нашей семьи». То есть в какой-то очень коротенькой форме, там, фотоальбома, семейной книжки, рассказать о том, чем увлекаются в семье. Семейный проект. Вы его делаете примерно на месяц, объявляете тему, участие добровольное. И потом проводите встречу, там, фестиваль, выставку, в зависимости, какую форму вы выберете, более или менее трудоемкую. И дети узнают о том, чем занимаются в их семьях. Это очень интересная история. Здесь может быть ручной труд, труд в природе, выращивание там животные, овощи, фрукты, огородничество, как говорят, садизм огородничества, увлечение, связанное с искусством. Встречи с интересными людьми. Творческий ручной труд. У нас еще есть такая история. Это художественное творчество, когда дети делают, здесь же смыкается с конструированием. Понятно, преобразование исходного материала. Суть в том, что получается какой-то продукт. Творческий, продуктивный, художественный труд. Хорошая тоже история. Там есть результат, есть средства. Например, можно, как использовать нестандартно всякие там бросовые материалы, упаковочные. Здесь вы понимаете про саму эту историю, вы понимаете. Отдельная осенняя очень яркая тема – труд земледельца-кормильца, потому что это понятно, что осенью это плоды, урожай. И здесь, опять-таки, я сейчас не буду методически устанавливать ступени изучения этой темы. Труд земледельца, ремесло, труд и лень в сказке, пословица, поговорки о труде, это уже практически конкретный материал. Художественная литература нам помогает о труде и лени. Значит, семейный проект профессии наших родителей, профессии в наших фамилиях. Кто такой герой труда? Это более сложные семейные проекты, чем хобби. Потому что рассказать о своей профессии наглядно многим родителям сложно. Фамилии тоже не всегда они. Но как вариант, если вот захотите, вам вдруг кому-то приглянется такой семейный проект. Художественная литература о труде и лени. То есть это произведения, в которых именно фиксируется ценность труда, отношение к труду, представление о труде ученика.
Это очень важная тема в подготовительной группе на этапе формирования школьной зрелости, подготовки к школе, потому что учение – это тоже форма труда, это особая деятельность и особый труд. Понимание того, что это труд. Ну, здесь вот работа со сказкой Буратино, это методическая история, кому интересно, вы посмотрите. Ступени изучения этой темы. Противоположность ум-глупость, учение неученость, плутовские истории. История создания азбуки музея книги, как форма, опять же, письменность как условие современного учения, обучения и грамоты, история вообще передачи информации, знаний, и историко-биографические примеры стремления к грамотности знаний. Ну, в частности, вот, например, биография Ломоносова, как вариант энциклопедиста. Сказки, которые подчеркивают ценность интеллекта. Это методические все истории. Люди труда, профессии в живописи. Да, посмотрите, вот люди очень разные, профессии разные. Вот они и в живописи, ну, как бы художественный образ. Это отдельная тоже такая хорошая, интересная тема. Памятники людям труда. Теперь уже, да, у нас был цикл «Дворник. Памятники людям труда». Ну, вот, кстати, рабочий колхозец, это же классический такой у нас пример, все его знают. Ну, смотрите тоже, какие интересные, какие разнообразные, интересные памятники. Может быть, у вас в городе что-то есть, может быть, вы что-то придумаете на эту тему. Ну, и в этой же теме праздник славянской письменности 24 мая. Если кому-то нужно, у меня есть сценарий проведения таких праздников, я их могу вам прислать по заданию. И вот я вам, это буквально материал у меня двухдневной свежести, давности. Я вообще хочу сказать, что на вебинарах я всегда рассказываю материал, которого нет. Вы видите, что то, что вы можете прочитать, то, что есть в пособиях, спасибо большое, Надежда Васильевна, я не говорю об этом. Смысл вебинара, чтобы поговорить о том, чего нет в написанном виде. Спасибо большое, Ирина, взаимно. Вот это проект, который сделали в детском саду в холдинге нашем московском воспитатели вот на прошлой неделе. В рамках темы «Наше тело» была вот такой вопрос, что умеют наши руки? И здесь написаны вот это обведенные ручки конкретных детей. Они, кстати, на этих ручках учились реальным, настоящим пластырем заклеивать нарисованные ссадины и настоящей зеленкой, не фломастером, тоже ссадины, значит, вот они мазали. И дальше они обсуждали, что умеют наши руки. Вот вы на досуге можете почитать, насколько тут разные ответы. Щупать, открывать дверь, управлять внедорожником, ухаживать за кошкой, держать еду, забрасывать удочку, пишет девочка. Делать поделку, шить юбки. Я вот не умею, она умеет, здорово, правда? Так, играть в игрушки, рисовать, обнимать животных. В общем, чудесные всякие такие истории. Вот это то, что можно... И следующий вопрос, который мы планируем задать. А что ты хочешь, чтобы твои руки научились делать? Согласитесь, это очень просто. Это интересно, красиво, это раскрывает вам детей. И это прямо вот реально, реально здорово. Здесь на этом слайде есть все мои контакты, всевозможнейшие. И, пожалуйста, я вас приглашаю к активному сотрудничеству во всех этих формах. И сейчас я хочу рассказать вам, значит, о нашем проходящем фотофлешмобе, результатах и материалах, которые там уже есть. У нас уже около 400 фотографий собраны. И на самом деле это очень интересно, что у нас там. Наши флешмобы – это образовательный проект. Прежде всего, вот здесь ссылки на альбомы предыдущих флешмобов. Здесь есть краткая аннотация, то, что вы видели сейчас уже в презентации. У вас это будет и пословицы, поговорки. Мы ждем, да, собственно, здесь навигатор, что мы предлагаем, чтобы вы отражали ваши фотографии, если вы решите поучаствовать в этом флешмобе, вы почитаете описание, 25 дипломов будут присуждены с призами приятными и подарками.
И что, ну, как бы я бы предлагала, чтобы отражал ваш кадр. Спасибо, Елена. Спецодежда, спецтехника, транспорт, инструменты, орудия, в том числе крупные планы, руки работающего человека, эмоции. Вот мне здесь очень важно, друзья, далеко не всегда, когда мы работаем, все такие счастливые и с голливудской улыбкой. Труд связан с напряжением и преодолением. И совершенно нормально, чтобы дети это тоже видели и понимали. Это не сахарно-конфетный, как Софья Густавна и Кобзон у нас говорила всегда, называла это эти сопли с сахаром. Вот это совсем нам не нужно. Когда мы работаем, у нас бывают неудачи, разочарования, усталость, злость. К вопросу про эмоциональный интеллект, эмоциональное развитие. Не нужно демонстрировать только все какое-то идеальное и все схематичное. Как раз в процессах труда есть возможность увидеть разные эмоции. Ну и, собственно, даже селфи может нам в какой-то момент быть в помощь. Вот этот альбом, вот ссылка на него. Всероссийский флешмоб «Моя любимая родина. Человек славен трудом». Мы заканчиваем 6 сентября. Ну, вот как раз воспитатель проводит занятия по этой теме. Я уже сказала, что в методической мастерской у нас лежат примеры всяких образцов, всяких там карточек и листов, листков для... Их можно распечатать и взять на занятия, раздать детям. Итак, у нас с вами, я очень надеюсь, что те из вас, у кого еще есть 15 минут, которые у нас остаются, не разбегайтесь, потому что даже если вы не захотите ничего фотографировать и не захотите участвовать в нашем чудесном фотофлешмобе, от которого, я вам честно скажу, друзья, это большая работа, но она доставляет огромное мне удовольствие. Я очень благодарна Татьяне Александровне Горбуновой, ведущему методисту редакции дошкольного образования, которая чудесный партнер. Вот в этих, это вообще изначально была довольно авантюрная наша инициатива. Пришло в голову за чашкой кофе, мы подумали, что давайте попробуем. Мы не ожидали, нас очень порадовал ваш отклик в первый флешмоб. Большое количество фотографий, и они такие красивые. И нам самим ужасно интересно. Я каждый вечер открываю этот альбом, смотрю, что там появилось новенького. Мне самой очень интересно то, что там происходит. Я огромное удовольствие получаю от этой работы с вами. Но даже если вы не захотите ничего фотографировать, вы не захотите ничего там размещать, во-первых, можете просто посмотреть. Во-вторых, сейчас вот в этой презентации на оставшиеся 13 минут я вам еще раз хочу, тут структурная есть, самое главное здесь это структурная идея, о чем мы, в принципе, вы будете говорить еще раз. Эта структура, она у вас вот в этой презентации по флешмобу, она у вас появится. Поэтому не убегайте еще 10 минут, если они у вас есть. Итак, труд. Значит, первая рубрика. Труд. У меня два направления. Труд взрослые и труд дети. Труды взрослые в детском саду. Значит, что здесь мы показываем? Вот они пошли фотографии, собственно, участников. Нет, это не первая фотография. Воспитатель. Вот и так он проводит занятия. Чудесная, дивная картинка, правда? Это же прелесть совершенно. Вот воспитатель с детьми. И вот воспитатель с детьми, да? То есть это он и актер, он и на первом слайде был воспитатель с детьми. И занятия, и вот такие формы, и такие формы. Воспитатель. Кто у нас трудится в детском саду? В некоторых садах еще есть, представляете, люди, которые занимаются именно вот стиркой. Это наши помощники-воспитатели. Это, конечно же, наши чудесные повара. Поваров прислали много, любят их. И вот они какие тут все разные, все у них тут такое разное, одежда у них разная. Можно это обсуждать. Спасибо, вот не забыли специалиста по плаванию. Только один человек прислал фотографию музыкального руководителя, между прочим. И вот. Я специально выделяла красным. Фотокнига, итог, фотокнига, профессии в детском саду. Сколько профессий людей работают для того, чтобы обеспечивать образование детей в дошкольной образовательной организации. Фотокнига «Профессии в детском саду». Сделайте один раз, будете использовать каждый год. Это шикарный
очень правильный, очень конкретный дидактический материал ваш, не безликий, а ваш. Вот это тоже очень важная история, мне кажется, что в нашей наглядности, в нашей дидактике мы стараемся как можно больше тоже использовать конкретики вашей жизни, вашей организации, вашего региона. Опять же, труды взрослые, экскурсии по детскому саду. Это форма уже, значит, с детьми. Опять-таки понятно, что мы пошли в медицинский кабинет, мы пошли в библиотеку. И, кстати, их не было, представителей этих профессий, они появились именно в экскурсиях, библиотекарь. Экскурсии вне детского сада. Ну, насколько это возможно. Вот в мастерскую к столяру отправляются, в тоже в лице, это тоже столярное дело, на экскурсии куда-то, ну, я думаю, что это какой-то кафе или ресторан, наверное. Много прислали фотографии экскурсии в пожарную часть или когда пожарные приезжают к дошкольникам, представлена эта тема, я поняла. Теперь труд «Дети в детском саду». Образовательные события. Это, друзья мои, непосредственно организованная образовательная деятельность. Образовательные события, кулинарные мастер-классы. Да, это делают часто, часто пекут. Сейчас будет специально проект на эту тему. Вот на яблочный спас в каше никакой. Чудный пирог. Кстати, вот эти люди у нас были как раз участниками марафона «Праздник хлеба». Мы им отправили сертификаты красивые участников именные. Все в их как бы копилочку аттестационную. А вот, смотрите, региональный компонент «Шахтерские ясли» и знакомство с профессией шахтера. Опять же, это НОТ, это организованная образовательная деятельность. Образовательное событие, знакомство с профессией. Это тоже, значит, вот детский сад из Чебоксара, они готовят пиццу. Тоже участники нашего марафона «Праздник хлеба». Вот у них еще есть свой огород. Вот я спросила, они мне отвечали, что они там выращивают, что у них есть. Смотрите, сколько радости, удовольствия. В Москве у нас, когда я работала воспитателем, сразу закончив факультет психологии МГУ, 3 года. У нас тоже были гряночки, мы там что-то выращивали, нам не разрешали это использовать в пищу по санпинам, но мы растили. Сейчас, мне кажется, это редкость. Вообще дети огороды, конечно, любят. Им это нравится, им это интересно. Вот ссылочка на марафон «Праздник хлеба». Если вы что-то проводили на эту тему или будете проводить, у вас есть еще до 1 октября время, вы можете подключиться, включиться, поучаствовать. В этом тоже получить сертификаты участников. Я буду очень рада увидеть ваши работы. И если не хотите включаться, просто материалы можете там взять и посмотреть. Презентацию я вам, вы ее скачаете сегодня тоже полностью по «Празднику хлеба». Там тоже большая-большая презентация по планированию этой истории. Труд «Дети», детский сад, хозяйственно-бытовой, мы с вами говорили. Вот я хочу обратить внимание, только мне здесь прислали, накрывают на стол, убирают снег. Больше фотографий за трудом, детей за трудом. Больше нет. Еще там есть немножко возеленение. И все. И это, опять же, показатель нынешней нашей с вами ситуации. Мы про это не особо думаем. Не очень это представлено. Труд «Дети», детский сад, игра профессии. Ну, здесь, мои дорогие, вот, кстати, флешмоб как инструмент диагностики. Одна единственная фотография, когда дети играют во что-то профессиональное. Из 400 фотографий одна. Говорит это о чем-то? Очень. А теперь труд детей в семье. Эти фотографии тоже есть, и они совершенно прекрасны. Смотрите, какой чудесный мальчик. Он готовит сложное блюдо. Там целая серия фотографий, как он это готовит. А малыш, который вот помогает папе. Смотрите, он помогает папе, и у него в руках настоящий молоток, а малыш-то маленький, то есть он как бы за ним нужно смотреть, но сколько как бы удовольствия и какое-то развивающее. Здесь тяжесть, здесь реальные действия, здесь реальные движения, реальный как бы контакт с физической реальностью. Это очень-очень здорово. Но
это именно в семье. Вот видите, кондитерская, кондитер и его дочь. Ну, понятно, что человек, который как раз вот с этим человеком можно говорить про ПДД, и ему интересно, он слушает про ПДД, он очень много знает из ПДД уже. То есть вот этот человек, которому 2,5 года, сам говорит, когда зеленый и нужно ехать, когда красный нужно стоять, кто должен стоять, куда ехать, нужно ли включать поворотники и так далее, он про ПДД хорошо знает. Именно с той позиции за рулем, которую я вам показала. Ну вот прекрасные фотографии участия детей в семье, в сельскохозяйственном труде. Труд взрослые, профессии. Мы пошли в профессии. Первый региональный компонент. Ну, фантастические фотографии, согласитесь. Шахтер, да, династия. Это комбайн, которым, собственно, рубают уголь. Где мы с вами это еще увидим? Настолько колоритно. Я считаю, что я себе эти фотографии просто многие скачиваю, использую потом при проведении занятий с детьми в детских садах и вообще для, вот, опять же, социально-коммуникативного развития. Очень здорово. Вот, опять же, так выглядит штрек, так выглядит... Ну, соответственно, респираторы, вообще как люди реально работают, реальные шахтеры. Вот как выглядит сам в себе уголь, да. Огромное спасибо Ане Прохоровой, это просто прекрасно. Очень, очень колоритные, очень такие яркие, хорошо нам знакомые вот эти вот фотографии уборки картофеля. Это работает вся семья, да, опять же пример. Вот труд взрослых, профессии, да, вот, вот они, смотрите, какие интересные, разные, собственно, профессии, капитан. Огромное спасибо Ферая Вахрамеева, нам прислала, видимо, с выставки много очень фотографий, прекрасно, где разные профессии, тут разные инструменты, орудия, оборудование, познавательно интересные.